Четвертый класс пожарной опасности установлен в 5 районах Пензенской области из-за сухой, жаркой и ветреной погоды. Заречный в этот список не вошел, однако сотрудники МЧС просят горожан не забывать о правилах пожарной безопасности. В частности, не разводить костров на территории города, не бросать горящие спички и окурки. Запрещается на территориях, которые прилегают к объектам, в том числе и к жилым домам, оставлять емкости с легковоспламеняющимися, а также горючими жидкостями, горючими газами. Также запрещено засорять территорию города бытовым и строительным мусором. Если возгорание все-таки произошло, нужно немедленно позвонить по номерам 01, 101 или 60 8001. Сообщить адрес, где произошло возгорание, место возгорания, приблизительное количество людей, которые находятся, например, на объекте, и свою фамилию. В условиях высокой пожарной опасности в Заречном пройдут профилактические мероприятия. Состоятся проверки территорий, закрепленных за городскими предприятиями и организациями. Кроме этого, члены добровольных пожарных дружин будут патрулировать лесопарковые участки Заречного. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».